Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем России. Тысячелетняя история нашей Родины объединяет нас всех культурно, духовно, национально. В этот день в первую очередь хочется поздравить старшее поколение. Низкий поклон вам за все, что вы сделали для развития и процветания нашей страны. Молодежи хочется пожелать здоровья, счастья, успехов в труде, для того, чтобы мы продолжили то, что начали наши старшие поколения. Я также желаю каждой семье, каждому человеку здоровья, счастья, любви и процветания нашей великой Родине, России.